ну, например, так и все. Иначе не будет сам, конечно. Понятно, не можешь шлепнуть. Ну да, вот, тогда да, согласен. Ну просто вы, как это, по раз выехали на патруль. Нет, ничего. Да. Мотоциклисты Питера загорают, без шлема, без ничего. Ну, да, и все нипочем. Так на пляже. Где его каска сзади? Я не знаю. Выйду позагорать, вечерний загар. Также ездить-то нельзя, на самом деле, что? На пляже, я понимаю, там должно быть сети загорать. Не пляж, это просто страна. Весьма, да. Опасная. Ну, конечно, что? Что-то ему замечание сделал, он смеется. Ну, правда, мы такие мотоциклисты попадают, потом повторяются и происходят. Дикие. Страшные, невероятно трагичные на дороге. Питер это же не жмеренько. Движение тоже сейчас и вечером. Сейчас. Да, мне на Комарова. Машине, а джентльмен на мотоцикле полугода. Стриптиз-шоу. А мото стриптиз-шоу. Можно, может,